сторони. Ой-ой-ой, это что-то серьезное. Ты на цену, чуть не это понял, чем приносить тебе пользу. Но если я пробудил и душ покою, то повезло, я не достойзу. Не цену, чуть не это понял, чем приносить тебе пользу. Давай! Но если я пробудил и душ покою, человек уж в метро водит, едет в 7 утра и наедет всем нутро. Но это музыка с двух сторон создает такой мир, в котором живет добро. Это пригодится, это тому принцу, который одет на кармане и могут больше мчиться по делам, друзьям или чиксам. И кто слушает это, на них безликую певицу. А тут пригодится несчастной нашей модели на кокаине за границей, чтоб не растормошиться. Родное надо что-то послушать, хоть бы частицу. Перед тем, как ей глаза откроют визажисты. Это пригодится прошлому дядьке за 50. Вспомни за 90 себя в руки и взялся. Там не верны друзья, но вот косяк. Слушает это маленький друг, ему же еще нельзя. Мне цель лучше, я это понял, чем принесем твою пользу. Если я пробудил и успокоил, то повезло, я не поскользну. Мне цель лучше, я это понял, чем принесем твою пользу. Если я пробудил и успокоил, то повезло, я не поскользну. Пригодится на районе нормальным тибулям. Ответь, что нет. Слышь, да пригодится, курят. Пригодится и другим нормальным пацанам. Им удаст головам использовать потенциал. Пригодится решившим напиться девчонкам. Связать на том, что списанные мужчинами за счетом. Нас обвинят под эту музыку во всех грехах. Дальше растят тузы, пригодится любить на бордах. Пригодится игроманам, прилипшим к экранам, в офлайне, в онлайне, играющим постоянно. Для них эта связь с реальным не хуже ничем. Он слушает, он в тренде, он не компьютерный чек. Людям старшего поколения и мужчине давно это было равно пьяни и пране и формальной. Оказалось, здесь те же смысл, сильная лирика, как же раньше не замечали. Упустили как? Thank you.